Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, и Ты что? подожди, я не загрузился. И чё, я ж на паузе. Я ж тебя ожидать буду. Вечно. Так, пехотка. БМПшка. Ебать! Что такое? Я вертолет просрал. Давай ты без вертолетика. Минус вертуханы, чё противника. Слышь, давай ты без вертолета, ладно? Ладно? Чё? Давай ты без вертолета, ладно? Поначалу? Да. Пусть оно тебя там сзади крутится. Ладно, я под... Чё? Пусть оно тебя там сзади крутится. А я еще даже... А, ты его не успел заказать? Так вообще хорошо. Эх, а было бы весело. Этот дебил... Этот дебил что-то резко вниз пошел. Я тут думал, он вперед потихонечку пойдет. Уже. А что, экипаж танка не может это самое делать? Свои делишки. Ну ладно. О, Птур! Какого хуя? Почему он Птур кундонит? А, Брэдли? Ничего себе. 30 миллиметров отведать не хочешь? Что-то мне кажется, я тут просил. А, он не пробивает. Нет, убил, убил. Блин, ну вообще лакера, я не могу тебе противостоять. А, ты даже Птур не выпустил. Я спасен. Я тебе не могу противостоять просто. Я тебе просто не могу противостоять, и все. Ху. Меня лагает жадно. Вот ты понимаешь, почему я все время авиацию заказываю, потому что ей управляет легко, она не лагает. Господи, а техникой под прямым управлением я вообще не могу играть. Ну так пусть он сам стреляет тогда. Они достаточно неплохо сами там управляются. Так, все. Ты свое сделал. Вражескую технику уничтожил. Теперь можешь назад отходить. Эх, жаль, что десант вертолетиками не удался. Было бы весело, не правда ли? Я бы тебе ракеткой вынес. О, я заказал еще один, давай сейчас. Чё? Я заказал вертолетик. У меня рестартнулось. Эх, правда, я на них много денег просраю. Вау, вау, вау! Чем ты там? Подствольник или обычная граната? Подствольник, кажется. Кажется, это был подствольник. Тихо-тихо-тихо, чё, у меня камера вниз пошла? Это за своим вертолетом не слежу. Так, десантируем войска. Сзади на всякий случай. Вдруг меня сразу собьют. Десант, десант, десант. Кстати, красиво сделали то, что парашют именно работает. Так, и вы двое. Вертолетик летит или где он там? Или ты его не заказывал? Я так понимаю, ты свой вертолетик не заказывал. Или заказал? Обе! Это Апач! Какого хуя? Какого хуя это Апач? Мы же не на Апач договаривались.
Да! Блин, у меня... А! Почему я? Ты тоже умер. Ты тоже умер. Есть. Ах ты... Ты убил мою зенитку? Ты убил мою зенитку. Она же даже... Я твою зенитку вынес? Да, там была там, легкая зениточка. Шмяк. Не, лохай тоже. Ты убил мою легкую зенитку. Зачем Апач-то? Почему я... Апач? Ну... Объяснись. Почему Апач, а не обычный транспортник? Это нечестно было. Я-то обычный транспортник заказал. Ну, а сколько твой Апач стоит? Я так понимаю, он дорого стоит. Так, ты давай сюда. А ты давай вот сюда вот. Хух. Это было жестоко. И весело. Почему это не должно быть весело? Зато теперь у меня есть прикрытие трупами вертолета. Так, что я хотел посмотреть? Что-то же я хотел поглядеть. Что? Я забыл. А, я не помню. А. Сколько стоим? Заказываем. Пригодится нам такая шняшка. Нам такая шняшка пригодится. Так, ты кто такой? Обычный боец. Нет, ты не обычный, да и боец. Что это? СВДЦ? Ничего себе. Ты автоматически переводишься в элиту. У меня тут паренек с СВДЦ. Так, мне нужен еще один отряд пехоты, походу. Или хватит этого? Нет, нужен новый. Нужно подкрепление чуть-чуть. Так, ты у нас с РПГ сядешь вот сюда. Ты у нас кто такой? Обычный автоматчик. Воу-воу-воу! Чё там с этим вертолетом случилось? Чё его разрывало так? Это ведь ты в этом виноват. Наверное. Нехорошо будет, нехорошо. Чё-то тут не так, чё-то тут нечисто. Самолет! А тебе не жирно будет? Плашар. Лаги, 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 лаги. И прошло 6 минут, а не 7. Еще нельзя заказывать тяжелые самолетики. Да и вертолетики тут. Это невозможно, это невозможно просто. Ну, не знаю, в прошлый раз как-то у тебя не лагало. Жду задание. Нарушаем конвенции. Что, лагало? Ты тут? Не знаю. Я тут. А, я думал, ты вышел, у меня из-за этого залагало. Я потом напал. Агась. Сейчас будет. Тебя вечно лагает звук, я не могу понимать, что ты говоришь. Снайпера сидят. О, ты с ПКП? Ничего себе. Да ты крут. Парень, да ты крут. С ПКП как-никак. Ты ща. А чё вы останавливаетесь, если я на вас нажимаю? Леший, что ли? Так. Да. Ключит, не слышу, не понимаю тебя. Да. Ай. Что, блядь? Не тудунькой. Что там? Поведай мне. Я слышал бум. Я слышал. Это что, ракетная установка? Да. Ты что, американскую ракетную установку купил? Да. Я таки понял.
Так, ребята, ну валите. А, нет, его зацепило. А, он умер. Ты сволочь. Ладно. Сучка. Чё ты? А если я град захожу? Ну, Искандер там и не заказывает. Я говорю град. Не, град не надо. Не надо, не надо. Ну, не надо. А ты помнишь, такая шняга? Какая система? Чё? Как называется? И такая шняга есть. Как? Я не понял, как называется? МРЛС, 240 миллиметров. А это чё? А это немного... Это чё, я понял? Не понял нихуя. Это шняга чуть-чуть мощнее, чем солнцепед. А где ты её откопал? А чё, в 1.5.6 в сетевом режиме есть. А как эта шняга называется? МРЛС, говоришь. А, так это типа града американского, да? Вот да. Это то, чем ты сейчас стрелял по мне, да? Нет, это другое. Еще один самолет? Да ты пидобир. А, нет, я понял, что это. Бомбы. И ты умри. Дешевый БТР-ку разменял на беспилотника. А беспилотник все же стоит не стоит. БТР-ка дешевле. Сколько? Ну там 80 что-то стоило. Да и тем более 20. Все твои бомбы пошли мимо. Ты походу мне никого не убил, либо одного. Если слышишь, если подвинуть камеру к твоему самолету, слышится, как он гудит. Он все еще хочет летать. Но его крыла уже отбиты. Так. Так, вы назад. Так. Ты давай-ка вот сюда. Так, ну у меня тут неплохой такой девчик. Пока что я живу. А вот что там у тебя? Непонятно. Может, за все точки поиграем? Ну давай, чего там? Ну давай, ну бля. Так скучно. Хоть одно у меня отобьешь. Да ладно. Чё ж будем делать? Самолетиками или как? Лагает у меня твой звук. А своей этой шарманкой ты мне убил только одного бойца. Очень выгодные инвестиции у тебя. Я прям охуеваю от твоих инвестиций. Ты там делаешь? О, опять стреляешь? Ты чё? Ты чё? Парень, ты чё? А Бизар, ты слабо? Да. У меня, сука, тут одна БТРка и зенитка. А, БТРка подохла. Только зенитка. Шмяк. Чем это ты там стреляешь таким интересненьким? Дашь посмотреть? Дай посмотреть, а? Я хочу посмотреть, чем ты там таким интересным стреляешь. Можешь подкатить к центру по зязе? Ну, по зязе. Блин, у тебя так адски лагает. Что за хрень? Почему у тебя иногда лагает, а иногда нет? Ну да, ты не знаешь.
О, у тебя там озеро есть? А, тут куча озер. Ну ладно. Так, я не вижу. Я ничего не вижу. Где, где? А, вот, вот твоя шняшка. Шмяк. По второй. Ну давай, ну шмяк по второй. Ну блин. Ну блин. Чё? Так, сейчас и второй шмякнем. Так. А, пуск ракеты! Не знаю, что это, но стреляем. А! Подорвал! Вертолетик, да ты имба! Так, теперь нужно эту шняшку добить. Что-то она там живая, что ли. Непорядок. Шмяк. Что, блядь? Ты серьезно? Ты все, что ты можешь, да? Горим! Падаем! Умираем! Подыхаем. Подохли. Хуям подохли, блядь. Твой чувак вышел. Ну, как сказать, выжил? Он тут что-то валяется как-то. Как-то он не особо живой, я бы сказал. Я его уводил. Уводил, уводил, конечно. Ищи, ищи. Он где-то тут. Ищи, блядь. Я его видел. Видел он. Трупик, который ебанулся об землю. Интересно, эти пилоты хоть... Валяется там пилотик. Бля, я, кажется, эту ушняшку не добил. Кажется, она выжила. Это плохо. Это очень-таки плохо. Чё, блядь? Так, у меня, кстати, БТР-ка подохла. Нужно... Чё? У меня адски глючит твой звук. Извини. Не понимаю, что ты там бомбишь, не бомбишь. У тебя очков сколько осталось? 1960. А у тебя? 1430. Да, причем ты купил кучу артиллерии, которая тебе ничего не помогла. И еще, блядь, вертолетик и самолетик, который тоже тебе нихуя не сделал. Well done. Ты, блядь, гениальный. Может мне все-таки захватить остальные точки? Хотя, я думаю, быстрее у тебя очки закончатся. Как я обожаю тебя нагибать, это так весело. Самолетик! Самолетик! Что тут делает самолетик? Зенитка? Убивать? Что-то он живой какой-то сильно. Что-то он слишком живой. Нет, умер. Нет, твой самолетик умер. Че, уришь? Хух, и в итоге ты убил мне одну БТР-ку. Неплохой размен. БМ. Да, БМП-шку. За 130 очков. Так, больше ты мне ничего не убил. Кажется, одного пехотинца, что ли, задавил. Или что? Или его там не было? Не помню. Ну, впрочем, без разницы. Я все равно в победной есть ситуации. Так, твоя ракетная установка, она ж по идее живая. Слушай, у нее что, 8 патронов? Ты тут сотрел, такое чувство, что у нее 8 патронов. Что-то какая-то она тупая.
Да, у нее 8 зарядов и, возможно, еще жирные 2 центральных. Возможно. Слышь, ты не знаешь, у нее есть жирные центральные снаряды? Не знаешь? Ладно. Так, ладно. Чем еще ты попытаешься меня ебануть? Так. А знаешь, в чем прикол зенитки с танковой? На нее не идут противотанковые ракеты. Котик! Пидобир. Зенитка. Зенитка, блядь! Что она такая тупая? Твой вертолетик будет умирать. В муках. Где твой вертолетик? А чё ты как зашёл? А, моя вертолетка выжил! И вообще этот самолетик был заказан еще тогда, когда ты А-10 заказал. Ну раз такое дело. Мы его заюзаем. Так, что там у тебя? Я вижу. Мне кажется, или там что-то мелькнуло, что-то красненькое. У меня такие есть сомнения по этому поводу. Артиллерия убитая. Ну не добита. А, блядь, вот что там было! Ты умирать! Ты умирать! Твоя херня умерла? Умерла. Шикарно. А, мой пилот горит! Мой пилот сгорел. Вот идиот. Дебил. Так, и у меня еще 1700 очков, уже 1570. Ла-л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 а. Нихуя себе тут все горит. Я неплохо постарался, не правда ли? Нравится мне твоя артиллерия, которая подсвечена на карте. Она пропадает! Она пропадает! Да, да! Умер! Умирай! А, не, она и так умерла. А, это трактор был подсвечен! Фу ты, блядь! А я-то думал. А я за ней БМПшку посылал. Ну чё, атаковать-то будешь? Так. У меня куча всего, а у тебя нихуя. Сколько у тебя очков осталось? Вань. Ай, да похуй. Так. О, тут есть пулеметики со Второй мировой. Интересно, их спиздить можно? 900. Нет, еще 570. Ну чё, как распоряжаться будешь ресурсами? Никак? Авиация? Что, блядь? Так, мою зениточку не помешало бы переставить. Ты уже знаешь, где моя зенитка, поэтому я не помешало бы переставить. Вот сюда. Авиация не надо. Не-но-но. Не надо тут мне авиации. У меня тут всего лишь БТРка и зенитка. ЗУСка с двумя стволами. А, тут есть мотоциклик со Второй мировой войны. А, охуеть. Есть не нужен боец. Ну давай тебя. У тебя есть РПГшка. Так, что быстрее? Газик 37 километров. А, мотоциклик 45. Сажаемся на мотоциклик. О, пехота. Блять, зенитка спалилась. Твой выжил.
Добить. Нет, не надо, не надо. Валим, 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 валим. Ты куда это собрался, петушок? Ты думаешь, я не вижу тебя? У меня тут повсюду глаза и уши. А ты что в моем тылу делаешь? Так уже нечестно. Какой тыл нахуй? Я просто у себя на позиции расставил. Так, моя зенитка опять спалилась, нужно ее переставить. Тупая зенитка. Так, ладно, займемся мотоцикликом. У тебя есть пулеметик на корпусе? Нет, пулеметика. Вом-вом-вом-вом. Вспомним в тылу врага оригинальную. Ах ты, мразь! Пора убегать. Нас рассекретили. Ла-л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 а. Слушай, а ты помнишь, как какие-то придурки вместо первого отряда пехоты заказывали машинку с пулеметом? Черные пидорасы. Как я ненавидел тех пареньков. Вместо того, чтобы как честно играть, эти пидоры как сучки себя вели. Пидоры как сучки. Ну ты чё, будешь что-то делать? Мне скучно. Это будет уже тупая серия. Я уже тут, блядь, на мотоцикле со Второй мировой катаюсь. Еще и у тебя, сука, лагает звук. Вам-вам-вам, мотоциклик. Самолетик, блядь! Мой мотоциклик все видит. А, это беспилотник. Но все равно, блядь. Ты не попадешь по моему мотоциклику. Нет, ты этого не сделаешь. Я слежу за тобой. Уходим. Думаешь, ты самый крут? Ты думаешь, ты самый крутой, да? Хуй ты они, самый крутой. Что ты сюда бежишь-то? Беги сюда. Я же тебе сказал, туда бей. Там где они? Вертолетик. И получилось сбить. Нет, не сбивают, не могут. Нужна помощь вертолетика. А, нет, уже сбили. И, ну да, естественно, бомба сейчас меня накроет. А не накрыла, ты смотри. Моя БМПшка спасена. А? Чё? Харе? Чё? Уже рвется пердак? Ну да, лагающие маты, это так эффективно. Уничтожу, что ли, мотоциклик? Мотоциклик не уничтожается! Мотоциклик не убиваемый! Пидоберы! Нихуя себе! Пехота, беги! И они все умерли. Все равно ты уже проиграл. Я. А, ты жив! Уходи! Уходи! Ты живой или умер? Нет, он живой! Этот петух живой!
Иди сюда. Нет! Нет! Он вообще на мотоциклике приехал. Да. Петух. Твоя сука выжила. Твоя сучка выжила. Я... Чё ты? А 10 что ли заказал бы? Так как-то совсем скучно уже. Или 22, или что там у тебя? Скука-то. Ну что ты, блин, так, такой скучный? Заказал бы что-нибудь. Повеселились бы. Ох ты ж мать твою за ногу. Пуск ракеты, штамм, блядь. У-ху-ху. А 10? Ну, естественно. Этого я и хотел. Сейчас будем мансовать. На хвост? Где ты? Я тебя не вижу. Вот ты. На хвост садимся. Я тебя не вижу, бля, ты слишком далеко. Вот ты. Вот ты, вот ты, вот ты. Уклоняемся, да? Уклоняйся, ну уклоняйся, уклоняйся. Тебя все равно достанут. Блин, я по тебе уже очередь хотел давать. Даже нормальных самолетных боев не получилось. Слышь, а что тебя сбило? Церковь или я? Походу церковь. Это церковь со мной расправилась. Блин, я хотел тебя убить. Я уже тебе на хвост сел. Еще чуть-чуть, и я бы тебя гребнул. Так, надеюсь, твоя зенитка не успела отчиниться? Кажется, не успела. Блять, так, осторожненько. Ракетки. Пуск ракеты? Было сказано пуск ракеты. Гори. А, вот что по мне пускать, там что-то есть. Так, я хоть стрелять-то еще могу? Я... Не, я могу стрелять. Я его уничтожил? Ну что-то я ей повредил, кажется. Я ее что-то повредил? Да, повредил. Да, пулеметиками. Вот она сила пулеметика. Заходим. Я света искорее. Нет. Вау! Я что-то скинул? Я ничего не кидал. Оно само. Что, что такое? А, у тебя залагало. Я думал, мой самолет упал. Так, тихо. Ладно, я убежать. Блять, ну чё ты на вираж так сильно идёшь? Перезарядка? Я попал. Кажется, я тебе башню выбил. На, я тебе башню выбил. Это было весело. Так, ну хоть какой-то интерес. Неубиваемый Су-25. У него остался какой-то блок. Кажется, это дополнительное топливо. Блять. Да, это доп топливо. Ну нахуеть, ну и нахуя на мне.
Доп топливо, блядь. Топливо. Воу-воу-воу, Хаммер? Серьезно? Ты решил меня убить Хаммером? Да. Кстати, возможно. Не, нехорошо будет. Это будет тупо. Это будет тупо, если меня убьет Хаммер. Где твой Хаммер? Вот он. Бля, у меня патроны закончились. Что это за патроны такие? ГЭШ 3002. Что это? А, блядь, по мне палят. Не надо. Ты что, решил, как мы на аэродроме F-22 с Хаммера сбивали? Ну. Ну, попытайся. Это Су-25. А не F-ка. Что, блядь? Это было тупо. Было реально тупо. У меня проблема, у меня все самолеты падают. Сколько у тебя очков? Да, было. Чё? Сколько у тебя очков? Напиши в чате, а то у тебя опять глючит. Ноль? Сдаешься? Сдаешься или нет? Отвечай. Линию фронта Кол 2? Чё, блядь? Ты хоть представляешь, что это? Это хуйня, не, я туда не пойду, это тупо. Ладно, собственно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.